из книги «Деяния святых апостолов», 9 глава, с 10 по 18 текст. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: „Анания“. Он сказал: „Я Господи“. Господь же сказал ему: „Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится, и видел в видении мужа именем Анания, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: „Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла он сделал святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: „Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями, и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое“. Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки, сказал: „Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа“. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился». Это большинству из нас очень знакомая история. Да? Я не стал весь текст читать, который описывает эту ситуацию, но вкратце своими словами опишу. Савл отправился из Иерусалима в Дамаск, имея намерение находить там христиан, учинять над ними суд, расправу и великие гонения. И на пути он повстречался с непонятным и необычным для него явлением. Он повстречался с Христом, и после этой встречи он ослеп. И его спутники, с которыми он шел, привели его в Дамаск, и 3 дня он не видел, не ел, не пил и был слепой, до тех пор, пока его не посетил Анания. Вообще, вот если вкратце, что мы знаем об апостоле Павле, о Савле? Скажем, начнем с Савла, потому что изначально его звали так. Это был иудей из колена Вениаминова. Это был крайне высокоморальный, высоконравственный, чистый человек с моральной точки зрения, с точки зрения закона. Он был из города Тарса, у него были знатные родители, по наследству от них он получил римское гражданство, что в те времена либо покупалось за большие деньги, либо только наследовалось. Римским гражданином не могли стать простые люди. Он в юности отправлен был в Иерусалим в отрочестве и закончил духовную академию, раввинскую академию великого учителя израильского Гамалиила. Он был настолько велик, что даже в Талмуде, в еврейском, он назван «свет закона». Настолько это был человек умный, широких взглядов. Он организовал большую школу фарисейскую. Да, и это апостол Павел принадлежал к радикальной, к самой строгой фарисейской школе. И закончив эту академию раввинскую, он получил хорошее, прекрасное духовное образование. Он был человек высокообразованный, и историки, хотя историки говорят, что он не получил светского образования греческого на тот момент, но он прекрасно ориентировался и в греческой культуре, и в греческой поэзии. Он был начитанный человек и человек крайне широкого ума. Вышед из этой академии раввинской, он оказался ревностным последователем иудейства в его понимании фарисейства. И он был настолько ревностным в этом учении, что когда возникло христианство, естественно, он стал в оппозицию к этому новому учению, так как оно противоречило иудейству в его понимании. Впервые мы сталкиваемся с апостолом Павлом, когда иудеи побивают камнями Стефана, и Савл принимает там участие в том плане, что он стережет одежды убийц, и написано, что он одобряет убиение его. То есть на тот момент он уже прекрасно понимал, кто такие христиане, и понимал суть этого учения, и он не любил христиан, он их ненавидел, и он одобрял действие, которое происходило на тот момент. Настолько он был ревностный в защите своего учения, что Синедрион назначает его и выделяет его среди других иудеев и наделяет его властью и полномочиями разыскивать христиан, влачить их в темницы
и устраивает над ними суд. И вот настает момент, когда в Иерусалиме произошло великое гонение на церковь, христиане рассеялись, и апостол Павел получает письма, чтобы идти в Дамаск. Дамаск – это Сирия, и там проживало очень много иудеев. И вот апостол Павел, можно так сказать, отправляется на охоту, собирает команду, получает письма от Синедриона. Синедрион, чтобы мы знали, да, это не только духовная власть на тот момент в Израиле, это и административный, и судебный орган на евреев распространяющийся, да? То есть они принимали решения и принимали законы вообще относительно всех сфер жизни, светской, духовной и уголовной и так далее. И апостол Павел получает право судьи последней инстанции, он отправляется в Дамаск. И если мы чуть-чуть выше, 8 глава, прочитаем 3 стих. «А Савл терзал церковь, входя в домы, и волоча мужчин и женщин отдавал в темницу». И как сам он впоследствии о себе пишет, это описывает апостол Павел то, чем он занимался в это время. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более много сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». То есть апостол Павел, мало того, что он занимался такими вещами, да, то есть людей вязали, влачили в темницу, влачить. Представляете себе, что это такое, да? У татар, когда на Руси была монгольская ига, татаро-монгольская, да, у них тоже был такой обычай, когда человека на войне заарканивали арканом и влачили по земле, то есть все, конь бежит, человек захвачен петлей, и он волочится по земле. В общем-то, апостол Павел не церемонился с христианами, хотя, естественно, он знал и видел их образ жизни, высокоморальный, то, что люди были чистые, святые, можно сказать. Все равно он занимался такими вещами. И мало того, что он это делал, он еще считал это абсолютно богоугодным делом. И вот случается с ним эта история. Он в Дамаске лежит, слепой, не ест и не пьет 3 дня. У него происходит падение его иудейства, его фарисейства, и апостол Павел повержен в прах. И вот этот высокомерный, самодовольный, можно сказать, в своей святости, в своей непорочности, убежденный в своей правоте человек, повержен в прах. И восстает из этого праха, как мы прочитали, новый человек, после встречи со Христом. Восстает апостол Павел, который впоследствии стал основоположником, можно сказать, и родоначальником. И вообще апостол Павел, это без него, наверное, не было бы церкви в том понимании, которое оно сейчас есть. Это человек, который организовал множество церквей. Это человек, который организовал служение, порядок богослужения, который описал церковные правила, церковные законы, по которым мы до сих пор сейчас живем и существуем. Без этого человека много-много не случилось бы того и такого благовестия широкого. Этот человек – это апостол язычников. Это величайший ум, величайший человек. Вот это вот падение его, оно иудейство, оно привело к восстанию вот этого из пепла, вот этого великого апостола. Но на что я хочу обратить внимание? Вот при всей своей образованности, при всей своей убежденности в своей правоте, знании закона, знании Писания, при всей своей моральной чистоте, при всей своей вот этой вот сущности правильной жизни, апостол Павел, Савл на тот момент, он абсолютно не видел Бога, не видел Христа и не понимал его. И что должно было случиться для того, чтобы он поменял радикально свои взгляды? Должна была случиться встреча, личная встреча со Христом. И вот эта встреча радикально меняет апостола Павла. И я вот на этом ярком примере хотел вот немножко вам показать, насколько человек сам по себе без Христа, без встречи с Христом, абсолютно беспомощен, абсолютно не способен вообще понимать правильно происходящие моменты в его жизни, понимать Бога и вообще, насколько человек не способен вообще жить без Христа. Если мы откроем притчи, книгу притч, 14 главу, 12 стих. Царь Соломон пишет: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь смерти».
О каких путях идет речь? То есть путь – это дорога, да? У нее есть начало, есть конец. Путь – это наша жизнь. И вот что, если представить нашу жизнь как реку, и человек, сидящий в лодке, плывет по ней, по этой реке жизни. И вот он родился и поплыл. И приходит какой-то момент, и река разветвляется на множество ответвлений. Ну, допустим, 150. 150 проток. Ему надо выбрать, куда плыть. Да, это может быть, грубо говоря, выбор своего образования. Что он выберет? 150 вариантов. А дальше путь жизни пошел, и каждый вариант разветвляется еще на 150, а потом еще на 150. И есть только один правильный, который кажется, и все эти пути кажутся человеку прямыми, но конец их путь смерти. И знаете, человек устроен так, что правильный путь он не способен выбрать. Правильный путь не кажется ему правильным на самом деле. В состоянии нашей греховности мы не можем делать правильный выбор, мы обязательно выберем неправильно. И Давид прекрасно это знал. Вот в некоторых псалмах мы можем прочитать, допустим, 15-й псалом, 11-й текст. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоих». Псалом 142-й, 8-й текст. «Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу душу мою». Давид прекрасно ориентировался в путях, которые ему ходить. Почему? Он вопрошал Бога. Если мы вспомним момент, когда, помните, амаликитяне разорили Сикилак, Давид возвращается со своими друзьями, со своими солдатами туда, город разрушен, в руинах. Что он делает первым делом? Да, они поплакали, а потом он зовет священника и упрощает Бога. Господи, что мне делать? Идти за ними, не идти? То есть он не принимает решения сам, да, только с Богом. Может быть, ему казалось, что надо бы пойти обратно к филистимлянам, может быть, куда-то еще, в Израиль вернуться. Нет, он вопросил Бога, получил четкий ответ и выбрал путь, который оказался успешным в конце. Если вспомним Валаама, пророка, помните, он тоже выбирал себе пути. И он выбрал путь, и он казался ему нормальным путем. Но в конце концов была жесткая остановка, и который путь привел его к погибели. То есть человек сам по себе без Христа абсолютно не способен объективно и правильно оценивать и выбирать путь, особенно касается которые вот, моментов в жизни, которые очень важны для человека, там, женитьба, образование, место жительства, место работы и так далее. Если мы полагаемся на себя в этих выборах, в этих ответвлениях реки жизни, мы обязательно ошибемся. Христос должен стоять во главе нашего выбора. Человек сам по себе абсолютно не способен правильно оценивать информацию, которая к нему поступает. Нам иногда кажется, что мы очень умные. И мне тоже иногда кажется, что я могу правильно судить о том, что я слышу. Но на самом деле, если Христа нет в этой информации, если я подхожу к ней без Христа, я обязательно вынесу неправильное суждение. Как пример, Евангелие от Луки, 24 глава, я прочитаю с 9 по 14 стих. «И возвратившись от гроба», это женщины, которые посетили гроб Христа, «возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Анна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им». Вот. Яркий пример. Приходят женщины, которых они прекрасно знали. Они им доверяли, потому что они вместе служили Христу на протяжении нескольких лет. И они им дают информацию. Мы были у гроба, Христа там нет, мы видели ангела, Христос воскрес. И как они воспринимают информацию, которая к ним поступила от людей, заслуживающих доверия? Показали слова им пустыми и не поверили им. Еще очень яркий пример – это пример Зитья-Лота. Помните, там вообще вопрос стоял о жизни и смерти людей. И я не знаю, насколько надо быть вот зашоренным человеком, насколько надо не видеть вообще ситуации, которые вокруг. Лот им говорит, выходим из города, он будет уничтожен, а им показалось, что он шутит. И итог какой? Они неправильно интерпретировали информацию, которая к ним поступила, они не сориентировались правильно, и в итоге они погибли. В общем, человек
Вот все, что к нам поступает, да, мы очень можем бояться каких-то вещей. Мы можем каких-то вещей опасаться. Вот с последними событиями, да, эпидемией и так далее, многие люди просто в страхе. Сидят по домам, боятся заразиться и так далее. Ну, они воспринимают информацию, которая им поступает, вот в соответствии с тем, что им говорят, в соответствии с своим образованием, житейским опытом, ну и так далее, да? И они ее как бы обрабатывают и принимают решения. И зачастую эти решения просто неправильные. Люди в страхе находятся, не могут быть спокойными. Почему? Потому что в их жизни нет Христа. Они не воспринимают информацию через призму Христа. Дальше хотел обратить внимание на то, что мы очень часто, и не только неверующие люди, мы, христиане, очень часто не можем правильно воспринимать то, что мы видим. Евангелие от Матфея, 14 глава, 23 глава. А, нет, правильно, 14 глава Евангелия от Матфея, 26 стих. Ну, это тот случай, когда, помните, ученики плывут в лодке, буря, и они видят Христа. И что, вот как они восприняли то, что они увидели? И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. То есть ситуация обычная, ну, как говорится, ситуация очень необычная, но обычная в понимании того, что они что-то видят, обрабатывают эту информацию и понимают, что что-то странное происходит, и они, им страшно. Они не поняли, что это Христос. Им стало очень страшно. От ужаса вскричали. Знаете, я еще ни разу не встречал в своей жизни, но я еще довольно мало прожил, человека, который кричит от ужаса, вот от страха. И сам так никогда, наверное, не делал. Ну, может быть, только в детстве, но не помню. Но взрослые люди, опытные, люди, которые, уже сильные мужи, можно сказать, да, с определенным житейским опытом, силой и так далее, они видят что-то и кричат от страха, потому что они неправильно видят. Очень яркий пример произошел, я хочу тоже его прочитать. Четвертая книга Царств, 6 глава, 15-17 стих. «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его: „Увы, господин мой, что нам делать?“ И сказал он: „Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними“. И молился Елисей и говорил: „Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел“. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными, кругом Елисея». То есть эта история, наверное, тоже всем знакома, да? Царь сирийский окружил город, чтобы изловить Елисея, потому что Елисей предупреждал царя израильского о засадах, которые на него устраивал этот языческий царь. И он хочет изловить этого пророка, и как минимум его заточить в темницу и, скорее всего, убить, потому что он ему сильно мешал в его делах. И город окружен полностью войсками. Выходит слуга Елисея, и что он видит? Он видит войско, понимает, что им не сбежать, он знает, за кем они пришли, и он с большой долей вероятности понимает, что горожане их выдадут, потому что станет вопрос: либо вы нам выдаете Елисея, либо город сейчас будет взят штурмом. И он испугался. И что происходит? Елисей говорит: «Не бойся, ты неправильно видишь». И молится, и Господь открывает ему глаза, и он видит огненные колесницы, ангелов, войско, которое окружает кругом Елисея. И человек успокаивается, он понимает, что зрение, оно должно быть не только вот то, что мы видим, зрение должно быть духовно правильное, настроенное на Христа. И очень часто мы вот видим чего-то и неправильно понимаем его. Знаете, и еще... Я вам расскажу примерно из своей жизни, насколько можно вот видеть что-то и неправильно воспринимать. Это был конец, наверное, 90-х, начало 2000-х годов. Я был в одном городе, был еще крайне молод и неопытен, можно так сказать. И я ехал в церковь в общественном транспорте. И я там никого не знал в этой церкви.
Ты просто знал адрес и все, и ехал. И заходит человек в вагон, и вид у него такой, ну, я не знаю, если мягко сказать, очень суровый. То есть, ну, а тут вот 90-е только кончились, понимаете, вот эти все вот живы еще во мне, все эти бандитские у нас на улице там, и перестрелки были, и все, и прекрасно мы понимали, какие люди могут быть опасны, и внешний вид их зачастую пугал просто, и по внешнему виду можно было определить принадлежность человека к определенным кругам. И вот заходит человек, ну, он был одет нормально, а лицо у него было ну, просто настолько грозное, суровое, что я сразу же, мне так неприятно стало. И он так всех оглядел, так и меня в этом вагоне с подлобья. Я напрягся так и все, и мне так не понравился. Я думаю, ну вот вообще, вот, наверное, бандюга зашел какой-то. Я вот всю дорогу вот сидел вот, и думал, ну вот как так вот едут люди, потому что не пойми, что ожидать от человека. И вот все, вот он мне так не понравился. И выходит он со мной на одной остановке и идет за мной. Я думаю, ну все, попал. Наверное, он меня выбрал. Сейчас будут проблемы. Ну и представьте мое удивление, он заходит за мной в церковь. Да, там два балкона, я сажусь на один, он садится на другой. Ну вот, и я смотрю на него, и общее пение, человек запел. Насколько он оказался членом церкви той, и насколько его лицо преобразилось. Оно вот стало таким одухотворенным, таким вот радостным. И знаете, я сразу же стал по-другому его воспринимать. И ну, это так прошло мимо меня, я потом уже спустя года, я ну, понял для себя, насколько мы в своих вот оценочных суждениях можем быть неправы. Абсолютно. Я его видел таким, потому что я был, ну, как бы сказать, накручен той обстановкой, в которой я вырос, теми обстоятельствами, которые окружали меня, да, у меня был какой-то опыт, может быть, встреч с такими людьми, ну, которые я там воспринимал как опасность для себя, да, а оказалось, что человек совсем не такой. Потом, когда я его поближе узнал, ну, познакомился, ну, я потом уже вообще думаю, как я мог вообще так подумать про человека, просто мне стыдно было. Вот насколько мы можем неправильно видеть, потому что мы смотрим сами, мы ориентируемся на свой опыт, ориентируемся на свои какие-то восприятия. Мы не смотрим через Христа на людей и на обстоятельства. Еще пример, я, наверное, не буду уже читать, потому что много текстов. Вспомните, насколько человек может неадекватно оценивать сам себя. И в большинстве случаев это именно так и происходит. Вот Савл, он себя как оценивал? Ревнитель веры и предания отеческих. Делаю богоугодное дело. Это ярчайший пример оценки человека. И он ревностно исполнял это. А в итоге он был крайне неправ. И встреча понадобилась такая остановка для него, чтобы он изменил свою точку зрения. Вы помните, Христос как разговаривал со многими фарисеями? Слепые и вожди слепых. Как они себя оценивали? Можем вспомнить историю про фарисея и мытаря, которые молились в храме. Фарисей себя оценивал прекрасно. Я такой хороший, да? А Христос их называл гробы окрашенные, которые снаружи красивые, а внутри исполнены смерти. И оценка их абсолютно не совпадала с оценкой Христа. Сам себя человек не может оценить правильно. Пусть он будет хоть сколько образованный, хоть сколько лет он будет член церкви, хоть какой у него духовный опыт, сам себя человек оценить не может. Он обязательно оценит себя в лучшую сторону. Чтобы человек судил сам себя, это редко, и только через Христа. Человек может судить себя только, когда он повстречается со Христом, лично. Вот тогда он себя увидит, тогда отпадает чешуя от его глаз. Он начинает видеть свою греховность, свои недостатки, свои проблемы, и он видит себя правильно, только в случае встречи со Христом. Какой вывод можно сделать вот из этой истории, из того, что я сказал, вот из этих примеров библейских, что человек сам по себе абсолютно не способен правильно оценивать, делать выбор в своей жизни, оценивать свои поступки, оценивать других людей, оценивать самого себя. И больше всего, что человек не способен делать сам по себе, это оценивать Бога. У нас по вторникам, каждый вторник проходит братские общения. И знаете, я иногда еду с этих общений. Ну, я привык так ехать, дорога пустая, уже вечер. И я так мысленно с Богом разговариваю, иногда я такие мысли говорю, что, Господи, мне немножко стыдно, потому что мы рассуждали сегодня о Тебе, и мы говорили такие вещи. Бог должен быть таким. Нет, Бог таким быть не может, Он должен быть таким. Нет, я считаю, что это несправедливо. Бог не такой,
как вы говорите. И вот сколько человек, столько и мнений. Какой должен быть Бог? И мы выносим, да, со своей точки зрения, со своих вот каких-то параметров, то, каким должен быть Бог в нашем понимании. Такая, значит, у Бога должна быть справедливость, так он должен поступать, так он должен думать. Я вот еду, и мне просто иногда неудобно, говорю: Господи, наверное, смотришь на нас, как на маленьких детей вообще. Мы за тебя решаем, какой ты должен быть. Ну да, мы это решаем на основании Писания, но насколько мы можем правильно его понимать, если мы подходим к нему со своей, с человеческой точки зрения, с высоты своего образования, духовного опыта какого-то, с высоты своего самомнения, с высоты своего духовного роста, с духовным, ну вот я, уже очень опытный, да, можно сказать. Ну, я не про себя говорю, а вот гипотетически так, про человека. Большой духовный опыт. И я сужу по Писанию, какой должен быть Бог. И выношу решение, да? Не смотрю через Христа. То есть лично я судить о Боге не могу правильно. Вот как апостол Павел, он судил о Боге, он считал, что он прав. И делал дело. И ему казалось, что это дело хорошее. Для множества людей это было большое горе и большие переживания. Стефан умер, да, за свою веру. Хотя иудеи считали, что они правы. Они понимали так Бога. Они были слепые люди. У них не было правильного зрения. И что понадобилось, чтобы апостол Павел стал правильно видеть? Понадобилась встреча со Христом. И я уверен, что большинство здесь, подавляющее, оно имело эту встречу в своей жизни. И что удивительно, знаете, да, люди даже сами не могут прийти ко Христу. Сами. Если мы возьмем эту историю с Савлом, он сам к Христу не пришел, это Христос к нему пришел. Он сам не мог его понять. И люди, и любой из вас, и я сам Христа не нашел. Это Христос нас нашел. Вы помните ангелу Лаодикийской церкви, что Христос говорит? «Се стою у двери и стучу, если кто отворит». То есть да, Бог видит искание человека. Я знаю человека, который сейчас пастор церкви нашего братства. Но я знаю немножко его юность, его искание Бога. Он и солнцу поклонялся. Ну, он Бога искал, он был абсолютно неверующей семье, в коммунистической вырос. Но его душа начала искать Бога. И он где только не был, каких только учений он не попробовал. До тех пор, пока он не пришел в настоящую живую церковь, и он понял, вот здесь. Христос пошел ему навстречу. Да, человек ищет Бога, но найти его сам он не может. Христос выходит навстречу, как апостолу Павлу. Озаряет его своим светом, прикасается к его сердцу, и чешуя отпадает от глаз человека. Греховная чешуя, человек себя видит и восстает к новой жизни. Но что самое интересное, это далеко еще не конец. Да? Человек себя увидел, Христос постучал в его сердце, жизнь его изменилась. А дальше нам каждый день нужен Христос. Каждый день. Если в нашей жизни этого нет, мы не можем правильно принимать решения, не можем правильно мыслить, не можем правильно понимать Библию, не можем правильный путь себе выбрать. И мы не можем ничего оценивать правильно, если в нашей жизни нет каждодневной регулярной встречи со Христом. Эти встречи очень важны нам. И люди, которые пренебрегают молитвой, личной встречей со Христом, они не способны правильно жить. И зачастую очень многие люди начинают блуждать, и в итоге приходят в печальное состояние. И слава Богу, если они потом выправятся, если Христос найдет их на их путях. Но очень многие люди, потерявши связь с Христом, потеряв вот этот эталон, который должен стоять перед нашим духовным взором, заблудились и неправильно понимают и извращают Священное Писание, неправильно живут. Поэтому, братья и сестры, закончу свою проповедь словами. Нам нужен Христос каждый день, каждый час. Нам нужен Христос как образец, чтобы нам правильно жить. И в итоге нам увидеть Его, как Он есть, в Его Царстве, со всеми святыми. Аминь.